Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня мы передали документы в Московскую городскую избирательную комиссию для регистрации кандидатов на должность мэра Москвы Зюганова Леонида Андреевича. Московское городское отделение КПРФ готово к проведению мощной кампании по выборам мэра в городе Москве. У нашего кандидата на руках объемная городская выборная программа, в которой предусмотрены все важнейшие направления по развитию города Москвы, в том числе социальная защита населения, здравоохранение, образование, развитие промышленности, защита экологии и природной городской среды. Поэтому мы готовы к проведению хорошей избирательной кампании на активном уровне и с хорошей уверенностью продвигаемся к победе. Спасибо.